Чебоксарах открылся региональный хоккейный центр при Чувашском кадетском корпусе. Это первый крупный спортивный объект, построенный в республике в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он станет трамплином в спортивной карьере сотен ребят. 1740 квадратных метров льда, трибуна для зрителей более чем на 200 мест. А еще учебные классы, тренажерный зал, раздевалки, душевые. Все, что может понадобиться спортсменам во время тренировок. Хоккеисты за время вынужденного перерыва очень соскучились по игре. Сегодня они первые испытали новый лед. Очень рад тому, что открылся этот ледовый дворец здесь. Очень хорошее ледовое покрытие. Оно отличается гладкостью, лед очень хороший, очень нравится здесь кататься. Хоккейный центр – структурное подразделение спортивной школы Олимпийского резерва номер 4. Здесь будут тренироваться и играть детские и юношеские команды республиканской школы хоккея. Команда по слэдж-хоккею «Адал», любительские сборные. С нового учебного года в кадетском корпусе имени Кочетова откроются хоккейные классы. Там же будут проходить тренировочные сборы, мастер-классы и открытые занятия для перспективных спортсменов. Министр спорта России Олег Матыцин в формате видеоконференц-связи поздравил Чувашию с появлением такого спортивного объекта. Надеюсь, что это еще больше даст импульс развития спорта, физической культуры в Чувашии. Я абсолютно уверен, что социальная инфраструктура – это основа, без которой невозможно развитие физической культуры и спорта. И Чувашия показывает яркий пример, как надо развивать спорт. Немножко скажу сухим языком, но средний показатель занимающихся спортом, он уже превысил средний показатель по России. Трехкратный олимпийский чемпион и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк тоже дистанционно поддержал спортсменов Чувашии. И мы, конечно, надеемся, что на этом льду прекрасном появятся новые Харламовы, Якушевы, которые прославят нашу Россию. И в знак победы будет звучать гимн России на международных соревнованиях. Удачи вам! Ждем вас в большом спорте. Новая площадка даст старт спортивным карьерам сотен юных спортсменов. Здесь есть все возможности, с одной стороны, заниматься хоккеем, фигурным катанием. Самое главное, могут заниматься в том числе дети с ограниченными возможностями. Но самое главное, здесь еще есть все возможности для того, чтобы пропагандировать хоккей, обучать тренеров из сельской местности, самих хоккеистов с точки зрения методики хоккея и повышения мастерства, хоккейного мастерства. И в этом связи, мне кажется, открытие такого инфраструктурного объекта хоккея в Чувашии – это очень здорово. Такой же хоккейный центр появится и в новом городе. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика.